Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Обращайте внимание на знаки вокруг. Все ваши моменты осознания не случайны. Замечены вами на тропе жизни разные знаки, находки и прочие символы являются напоминаниями, что вы окутаны любовью и никогда не были в полном одиночестве. Сегодня данная весточка прислана небесными покровителями, чтобы пролить свет на символы, с которыми вы столкнулись в последнее время. Это может быть все, что угодно, разные знаки, пересекающие ваш путь, встречающиеся перед вами снова и снова и вызваны ангелами, стремящимся передать вам, что они тут, чтобы оберегать вас, дарить вам безусловную любовь, направлять и всегда сопровождать. Ваши дороги открыты. Самое главное – это верить в свои силы и в помощь ангелов. Обязательно сохраняйте веру в сердце, наблюдайте за знаками, которые указывают дорогу к заветным мечтам. И на протяжении всего дня обязательно проговариваем такие слова. Я живу в удивительном потоке жизни и знаю, что ангелы меня оберегают. Вот говорим несколько раз, и вы почувствуете помощь ангелов, которые будут вас направлять к вашим мечтам.